Ребят, всем привет! Привет! У нас сегодня хорошая новость. Мы сегодня собрались на культурно-массовое мероприятие. Катя, куда мы собрались? Мы сказали детям, что мы идем на концерт. А на самом деле мы пошли на... на шоу трансвеститов Афродиты. Я думаю, что с детьми будет интересно и, в принципе, познавательно. Девчонки накрасились. Девчонки накрасились. Чтобы не выглядеть хуже парней. Так, ну рассказывай, куда мы пойдем сейчас? Ты хоть знаешь, нет? На концерт. Концерт? Что там будет примерно? Не знаю. Так, ты знаешь что-нибудь, нет? Что там будет, Полюш? Что? Ну, куда идем, что там, что подразумевается? Что будет? Танцевать. Танцевать. Ну, все, собственно, и правильно. Поснимаем, не знаю, поснимать там, наверное, не получится. Попробуем. Попробуем, в общем, заснять что-нибудь. Что-нибудь, не знаем, в общем, можно ли там снимать или нет. В оконцове там разрешается пофотографироваться с мальчиком, с девочкой. Как это называется? Трансвеститами. Леди-бой. Пофотографируемся, в общем, расскажем наши эмоции, как нам шоу понравилось, не понравилось. На Патонге аналогичное шоу «Саймон», а здесь, на Пхукете, шоу «Афродита». «Афродита», да. Ну, говорят, вроде бы одно и то же. Просто похоже. Похоже. Сейчас мы ждем наш трансфер, там предоставляется трансфер. Сколько стоит? Билет стоит 800 бат на одного человека, дети по 600. В эту стоимость входит трансфер с отеля до шоу и обратно. Все? Все, ребята, мы едем. Ура! Начало у нас 18:30, да? Да, 18:30. А время сейчас? Больше часа. Больше часа. Ну, поехать тут ровно 5 минут. Вот такие вещи даже есть. Можно, в принципе, взять и рассчитаться можно. У них, кстати, везде в Таиланде распространено. Будь то кафе, кафе стоит. Коробочка пожертвований. Да. Будь то, допустим, музыкальная группа какая-то играет в ресторане или где-то тоже стоит. Чаевые, в общем, в Таиланде положено. Так, что там девчонки делают? Глазами музыку слушает и играет. Слушай, у нее с закрытыми глазами лучше получается. Ого, правда, точно. Ай, а теперь с открытыми глазами, давай. Давай, смотри. Слушай, она слушать стала. А почему у тебя с закрытыми глазами получается? Я пробую с закрытыми глазами играть ту же самую игру. Ту же самую игру, давай. Я только подгляжу разочек, один раз. Папа, ты нет. Папа по краю ходит. Зачем? Откнулась. Сколько? 37%. Вероника 15% с закрытыми глазами. Пробует Полина. Прошу, мадемуазель Полина. Глаза только закрой, пожалуйста. Мы надеемся на твою честность, окей? Тихо, не надо такую информацию говорить. Вот она когда говорит по краю, я сразу же ошибаюсь. Что такое? Что ты делаешь, а? Давай. Вот так мы развлекаемся, да, в пробках. Мы едем до сих пор еще, ребята. Пробка очень большая. Мы бы на эту пробку на мопеде быстрее бы проехали бы, конечно. Кстати, молодец. До этого шоу, до Афродиты ехать буквально на байке минут 20. 15 минут, может быть, от силы. Попробовала Вероника, Полина, я попробовал. Прошу, да, пожалуйста, не, девушка. Мне медведь на ухо наступил. Давай, до первого чекпоинта можно поглядеть. Давай. Закрой. Да, рано. Это я боялся. Как ты прокомментируешь это? Да я не умею музыку понимать. Ну, я не слышу музыку.
Ну да, она закрыла. Все, ребят, мы приехали. Вот она, кабаре шоу. Очень много китайцев. Сразу же хочется отметить. Прям, как будто мы в Гуанчжоу. Хотя каникулы кончились сегодня. Да, кстати, ребята, кончились каникулы сегодня. Китайцы все должны были уехать в Китай, но я не знаю, почему они все здесь находятся. Они прогуливают школу, работу, садик. Все прогуливают. И мы тоже. Выдали 4 билета и выдали вот такие талоны на бесплатную выпивку. Можно взять безалкогольный напиток и пиво, я так понимаю, да? Ну не выпивку, но бесплатные там. Выдали на бесплатные напитки. Здесь сразу же такая вот барная стойка находится. Там вход, там именно будет все представление происходить. Здесь дается вода за билетик. Показываете билетик, вам дают воду. Но у нас своя вода есть, мы брать не будем. И здесь, в общем, дают колу. Девчонки, что вы заказали себе? Колу. А ты себе что заказала? Колу. А ты, мама? Тоже колу. Глядя вот на этих всех людей, есть какие-нибудь ощущения? Где мы находимся? Не знаю. В Китае? В Таиланде. В Таиланде? А почему так много китайцев? Не знаю. Потому что экскурсия. Китайцы очень любят разные экскурсии, приключения. Любят ходить на экскурсии, да? И поэтому столько много китайцев. Нормально себя? Комфортно ощущаешь? Будешь болтать? Да. О, Колу, не... Вы лопните, куда вам столько? Надо. Давайте поговорите по-китайски с ней. Я говорю, она в шоке. Она была в шоке, когда та губы красила. А когда та с ней по-китайски заговорила, та вообще в шоке. В двойном шоке оказалась. Ника, очки подними. Спасибо. Что, она по-русски говорит? Интересно, где она училась? Жузай, Гуанчжоу. Не надо одевать очки. Ну ладно, в общем, заходим в зал. Ребят, там снимать нельзя. Я, может, попробую маленечко пару кадров сделать. Если меня не арестуют, то я это выложу. А так, пофотографируемся с местными красавицами. Покажем вам шикарное селе. Смотрите. Рукой подать вообще. И, кстати, китаец. Все вещает для китайцев. Все, ребята, начало. Это шоу закончилось, детям очень понравилось. Обязательно после спросим их еще их слово. И здесь, в общем, такое мероприятие проходит. В общем, все, кто участвовал в шоу, они, в общем, вышли. И здесь происходит сейчас фотографирование. 40 бат стоит фотография одна за звездой. Сразу же готовьте размен, потому что если сотню даете, то сотня уходит сразу же. По 40 бат одна фото. Сейчас мы еще выберем кого-нибудь, и девчонки сфотаются. Ну, мы, может быть, тоже сфотаемся.
На мой взгляд, самое женственное, это вот слева в черном. И, наверное, мы сейчас с ней сфотаемся, да? Ну, хотелось бы подвести итоги. Как вам, девчата, понравилось? Ну, что больше всего понравилось, расскажи. Которые девушки с крыльями и которые, ну, внутри замки были красивые. Тебе что понравилось? Красивые девушки понравились больше всего, да? А мне понравилась тоже девушка и мальчик. Это парни. Почему? Это все парни. Ну вот те вот самые такие красивые, такие все разодетые. Это, в общем, были не девушки, это все были парни. Переодетые. Вообще здесь нет девушек. Здесь не танцуют девушки, только парни. Я больше чем уверен, Полина, Вероника, если там убрать косметику, там будет мальчик. Там не очень будет. Да. В общем, смотрели на реакцию детей, им очень понравилось. Весь концерт, они сидели, раскрыв рот, хлопали, им очень понравилось. Шоу действительно красивое, танцы поставлены. Правда, парни танцуют не очень, но девушки очень хорошо танцуют. Под фонограмму поют даже, в принципе, на это не смотришь. Смотришь на костюмы, на очень красивых девушек якобы. В общем, шоу клевое, мне понравилось. Ставим лайк этому шоу, да? Большой лайк. Да, вообще классно, очень здорово, очень красиво. Костюмы красивые. И вначале произошла какая-то фигня. Ну, мы как бы знали то, что фотографироваться будем и так далее. А они, вот, понимаете, они прямо вот так вот раз, ребенка подтянули, а ребенок раз такой, без понятия, расстал. Да. И они вдвоем встают, то есть встают к одному ребенку вдвоем и просят, естественно, каждая просит денежку. И причем каждая просит по сотне, хотя потом написано, мы прочитали, что 40 бат. Да, в общем, этот момент маленечко был неприятен, но в целом, как бы, все было очень здорово. Еще помнишь, вот эта девочка и полмальчика. Кстати, там танцевал один... мальчик-девочка, он так поворачивался, у него здесь, в общем, пол лица девочка, пол лица мальчик. А помните вот это вот с розовыми косичками такая? Ники, она больше всего понравилась. Барби. Барби. В общем, такая переодетая. Ну, в общем, мужчина, естественно, переодетый в девушку. Там сильно не старались даже спрятать то, что он мальчик. Прям так с таким ртом, он так специально еще громко такое широко раскрывал его. Спустился в зал, начал мужиков целовать. Мужики там бегали от него. В общем, это было прикольно. Вот эта минутка была юмора. Интересно. Еще птички пихали его. Так голову, так вот так птички. Там такие птички... Как шарики. Плюшевые. Все? Закончим, да, наверное? Короче, мы под впечатлением, нам очень все понравилось, эмоции зашкаливают. А мне мальчик понравился, который, ну, мальчик и девочка. Получается, вон тут вот как... Половина мальчик, половина девочки, да? Нет. Ее раскрывали, девочку. Которого снимали, получается, черный костюм, и он в таком серебристом купальнике. Ну, она танцевала в серебристом купальнике. Ну, в шоке нет то, что это мальчики-то все-таки. Дальше. Ну, вы не знали? Вы не знали об этом? Вы не знали, что это парни? Нет. Ну, вот это такое именно шоу, то что вот якобы мальчик переодетый в девочек. Это очень печально. Это очень что? Печально. Это очень печально. Что мальчики бывают очень красивыми. Ну, красиво. Ну, бывает. Такое в природе бывает. Особенно в Таиланде это очень-очень популярно. Так что мы сходили, галочку поставили. Все, ребята, подписываемся на канал. Ставьте лайки. Пока. И всем пока. Пока. Мне еще понравился вот этот мальчик Аладдин, который крылья белые. Сейчас мы будем долго еще пересказывать, что нам понравилось. Ребята, в общем, все, пока-пока. По скрипту, ребята. Дабы избежать лишних комментариев под видео, потому что Катя запостила фотографию в Инстаграме и пошли комментарии, фу, почему вы их трогаете, я бы не стал бы с детьми туда ходить. Мы, в общем, нейтрально, ребята, относимся к этой теме. На самом деле, это их право поменять пол, не поменять пол. Нам понравилось само шоу, сами танцы, костюмы и так далее. Музыка красивая, хоть они и пели под фонограмму, на самом деле на это абсолютно не обращаешь никакого внимания. Вот.
Ну и ничего такого фу, я бы сказал бы, нету. Да, ну, то, что там прикоснуться, ну мальчик это, ну и что. И, конечно же, после шоу у детей были вопросы, как это, мальчик, девочка. И дошло до такого, то, что нам пришлось объяснить, что, допустим, там грудь им пришлось наращивать и так далее. До низа как-то не дошло разговор, а вот про верх был разговор. Ну, в общем, сказали, что очень много косметики здесь там вставляют. В общем, так поверхностно все сказали, рассказали. И с девочками, конечно же, мы провели, ребят, беседу. Мы им объяснили то, что быть девочкой прекрасно. То есть мать природа тебе наградила быть девочкой, это прекрасно. Если ты мальчик, это тоже прекрасно. Поржали там то, что мальчикам надо идти в армию, а девочкам не надо в армию идти. То есть гордитесь то, что вы девочка. В общем, беседу провели, постарались максимально объяснить, что тем, кем ты родился, и оставайся до конца своих дней, так сказать. Чтобы они там не задумывались там поменять там что-то. Да, я все. Думаю, им такие мысли-то в голову не полезут. Я надеюсь, чтобы не было вот этого в комментариях. В общем, это просто шоу. Мы сходили на шоу, посмотрели. Детям очень понравились. Они всю дорогу сидели. Вау. Да. Все, ребят, все, давайте. Целуем вас, пока. А у нас тут Family Mart построили. Мы пойдем на завтра, на утро купим молока себе.